Как кукла, Алина Гросу удивила новым имиджем. На фото 22-летняя певица позирует с двумя длинными косичками и довольно ярким макияжем. Украинская певица Алина Гросу экспериментирует со своей внешностью, чем часто очень удивляет своих поклонников. Последним увлечением девушки стали различные косички. Фотографиями с обновленным имиджем певица делится в своем Instagram. «Я даже и представить не могла, что будет столько комментариев, ответов, сообщений о моих косичках, и я абсолютно все прочла. Честно, мне безумно приятно, что вам понравилось. Буду экспериментировать дальше», – пообещала Алина. И сразу показала новый образ. На фото 22-летняя певица позирует с двумя длинными косичками и довольно ярким макияжем. В таком образе певица напомнила своим поклонникам куклу. Об этом они и написали ей в комментариях. Прям как кукла на фотке. «Тебе очень идет с косичками. Очень красиво. Барби 100%.